Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1347. События дня. Притча 29.19. Словами не научится раб, потому что хотя он понимает их, но не слушается. За 24 августа 2019 года. Обращение. Курсором приостанавливайте и можете считать. Речь о том, что кто был исповедником, страдал, то он уже и диакон, и священник, без рукоположения. Ну, глупость какая-то. Это сектанты, еретики придумывают. События дня. Утром рано в 6.15 мы выехали на второй мостик и первый раз прошли по этому берегу, откуда отплывали. Думаю, что на утренней заре тут и рыба около, то те, которые плыли, я их тянул. Заранее провели, обрезали кусты, все это убрали. Володя обрезал, трудно было. В лодке вылез, прямо свалился туда, чтобы рука дальше под воду зашла и пилил там. Потом я грузил сзади на лодку, потом подплывали. Кое-как на дамбу поднимали, за дамбу скидывали. И провели, протянули, как бельевая веревка крепкая, метров на 300.
длинная-длинная, и я их тянул. Они берегом шли, поймали какую-то рыбу, мелкая-мелкая. Судя по интернету, килька. Ну откуда килька может быть здесь у нас серебристая? Ну одна килька это. Так условно называем. Маленькая. Ну, сантиметра 3-4. Может быть, вес ее 3 грамма. Как бы разочарование было, но в то же время вот узнали, нету. Говорят, она пожирает всю икру карасей и гальянов. И вот там нашли, где-то мы ловили, а она вся здесь, на этом берегу. Тогда мы, которые от рожек ощущали когда-то работа под водой, и решили один раз пройти, но немножко зацепили. Тут прям рядом совсем. И все это показали, сняли. И гальяны, и караси попались. И потом сеть проверили. А еще суббота, бани, вечернее богослужение. После богослужения поехали на малину колхозную, дикая. Набрали там, угостили кого нужно. Немножко, конечно. Она мелкая нынче из-за засухи. День-то и прошел. Благословенно, во славу Божию. Ну все, у нас больше тут ничего того такого-то и не было. Батюшка уехал в город, там у него богослужение. Так, что-то Леонид зашел. Что он пишет? Спаси Христос, благословений Божиих вам всем. Вот он просил указать, какие фильмы есть хорошие. Я ему послал на Украине. Он во сне увидел меня. Во сне, говорит, увидел и познакомился, нашел. А другой мне писал тоже, неправославный. Он говорит, я лежу, сплю, что-то как будто кто-то зашел. И вдруг вижу, стоит на меня, говорит, вы как пнули меня ногой, сапогом-то в ногу. Что лежишь-то, вставай на молитву-то. И он тоже по интернету меня нашел. Вот до того интересно этот Леонид. Никогда вас не слышал, не знал, а тут назвался по фамилии, и все, я, говорит, сразу вас нашел. Пятидесятник в Америке. Ну, с Украины там. Говорит, на заработках был. Ну, вот так. Вот сразу я открываю, что оно тут есть. Вот это наши. Сегодня вот выставил 10 роликов. Кому-то интересно, кто-то ругается, не принимает. Ну, каждому свое. И вот наше по свете Библии. Православный библейский сайт, наш форум. Все на этом, с Богом.